one team. Сегодня провелся первый мастер-класс в качестве посла One Team. Безусловно, рад и вообще для меня даже небольшая честь удостоиться этого. Поработали с детьми, очень активно, завалили кучу вопросов. То, что ожидал, в принципе, от них получил. Я вижу, что главное не как они все это воспринимают, а вижу, какая отдача от них входит, как это им все нравится, насколько это все им интересно. One life, one devotion, one team.